Вітаю, це програма «Точка зору». Сьогодні її в нашій студії висловлює Володимир Норчак, екс-заступник директора департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації. Рада вітати вас, пане Володимире, в нашій студії. Резонансна така заява нещодавно пролунала від народної депутатки Юлії Світличної, яка заявила, що у Харкові, як з'ясувалося, до цього якось, можливо, цьому і не приділялося уваги, і не говорилося, але з'ясувалося, що 11 об'єктів з проєкту «Велике будівництво», 11 з 15, які були внесені в цей проєкт за 2020 рік, на сьогодні так і не здані в експлуатацію, хоча були внесені вже в цей проєкт «Велике будівництво» на стадії завершальній. На 90-95% деякі з цих об'єктів були готові ще у 2019 році. Як так трапилося? Чому? Чия це відповідальність? І не вистачило сил, чи наснаги, чи політичної волі, але аби довести ці там 10-5% будівництва до завершення? Да, дійсно, це так. Но для того, щоб ми взагалі понимали, откуда эти объекты взялись, надо вернуться чуть-чуть назад, там, в эпоху там, 17-16 годов, когда эти объекты начинались, когда тот момент вроде был премьером Гройсман, была так называемая новітня украинская школа, была программа, по которой были отобраны проекты, там Алексеевская школа, Пархомовская школа, Писачинская школа, Змеевской лицей на тот момент. Там еще некоторые в Близнюках детский садик. Потом еще в Барвенково готовился проект. Ну, было несколько проектов, которые так или иначе мы должны были тогда начинать реализовывать. Была начата громадная работа по проектированию этого всего дела. И за результатами того, что были созданы эти проекты, было начато финансирование их. Частично оно было с фонда регионального развития, частично оно было с областного бюджета, частично были сами местные советы давали на это деньги. Но так или иначе эти проекты начаты были там, в 16-м, 17-м, некоторые в 18-м годах. И на момент каденции Светличной эти объекты строились в полном объеме. Мы их, так как я был заступником директора, мы их полностью инспектировали, полностью проводили анализ, отдавали отчеты по ним на Министерство регионального развития. Юлия Светличная лично, подчеркиваю, следила за каждым из объектов. Она их всех знала, четко понимая. Мы еженедельно у нас были совещания по каждому из объектов, понимание, что экспертиза, коррегувание документации, на каком дозвала, на каком свете, полностью проводили это все дело. Когда случилось так, что у нас в стране сменилась власть, там кабинет министром уже тогда Гончарука, они сделали проверку тех объектов, которые входили в состав, вот, что финансируется с фонда регионального развития. Поэтому с мая месяца по октябрь месяц, вот когда была проверка, на каком основании эти объекты финансировались. 2019 року, да. Вот, финансирования с фонда регионального развития не было. Вот, его не было. То есть те деньги, которые были в местном бюджете, это в основном областные деньги, они финансировали, мы финансировали вот эти вот проекты, которые были уже у нас. То есть это там ФОК Дергачевский, ФОК Красна, Кутский, потом вот эти вот пять школ, детские садики. Ну, там есть перечень объектов, которые тогда вошли в фонд регионального развития. Но так как деньги с фонда регионального развития первые поступили в октябре месяце, мы их не смогли освоить, как говорится. То есть, ну, невозможно было освоить за 2 месяца те деньги, которые осваиваются там за 8 месяцев. Вот. Поэтому объекты не были закончены. Некоторые объекты, там, как детский садик в Близнюках, был 100% в 2019 году закончен. Там не было денег просто на его сдачу в эксплуатацию. Вот. А так объект был на 100% готов. Туда ездили, его можно было открывать, и спокойно было бы, уже дети входили там в детский садик, чего все и желали.
Для близнюков, я очень часто там бывал, для близнюков это очень важный объект. Вот. Но потом Юлия Александровна уже не губернатором бывшей, приходит Алексей Кучер, вот, и становится задача, перед ними была поставлена задача включить, тогда наш президент объявил большое строительство, так называемое, вот, объявил включить какие-то объекты. Ну, как по мне, недолуге абсолютно. Решение было принято включить те объекты, которые были уже фактически достроены, и показать, что это ихнее большое строительство. И все объекты, которые так или иначе были там на 80, какие-то 90%, Песочинская школа, которая была там на 95% вообще, то есть была готова туда только мебель заноси, вот, были включены в это большое строительство. И в том числе и банк, реконструкция Банка Украины в Близнюках по детский садик тоже, который 100% был готов к этому всему. Ну, наступил 20-й год, финансирование, как всегда, по ДФРРу, оно, ну, финансировалось с областного бюджета, это обовязковое спецфинансування, и плюс деньги с Державного фонда регионального розвитку. В ущерб этому, тому что эти деньги пошли на велике будівництво, у нас перестал строиться онкоцентр. Потому что все деньги, которые были запланированы на онкоцентр, их перераспределили на объекты великого будівництва. Соответственно, они начали строиться, достраиваться, где-то просто открываться. Но там, где возможно это, там состоялось. Наконец, 2020 года, ну, допустим, если даже все эти 15 объектов, которые достроены, вот, не сданы в эксплуатацию, из них там порядка 11. Так, 4 всього, виявляється, здані в експлуатацію, при тому, що говорите, і ви констатуєте факт, що Близнюківський дитячий садочок був рік тому на 100% готовий. 100%. Що завадило? І на першій сесії обласного совєта були виділені гроші на сертифікат, який просто треба було сертифікат отримати, і все. І гроші на себе всі відтягнули, там увагу, преси, все таке дуже гучно. Що завадило, зрештою, добудувати чи здати просто в експлуатацію? Це, напевно, якась бюрократична процедура, ці об'єкти. Смотрите, тут є, ну, дві сторони цієї медалі. Перша сторона медалі у нас в департаменті капітального будівництва, в якому я тоді ще працював, за останній рік помінялось там 7 чи 8 директорів. Продовж одного року? Одного року, да. Тобто це були ТВО виконуючі, були директора, і, ну і все. Тобто невозможно було це довести до определенного логічного окончання. Це перше. А второе, це те, що в марті місяця 2020 року було розформировано ДАБІ, як таке, були там два укази о созданні, о розформуванні ДАБІ і созданні нової структури. Структура, которая до сих пор так и не заработала. И объекты, которые должны были сдаваться, ну, некому было даже принимать. Вот так вот скажу. Там, где есть сильный руководитель нашел возможность, съездил там, в город Киев, сдал лично документы, какие там ошибки были, они исправили, и они ввели в эксплуатацию. Там, где не было никакой вот воли, плюс, ну, скажем так, руководство областной администрации, администрация могла сильным стать аргументом для ДАБИ. Можно было, ну, скажем так, ну как-то ж мы раньше сдавали объекты. Ну, была у нас и влада сильным аргументом, сильным лоббистом интересов Харківщини. Ну, конечно, ну, нас, на еще раз подчеркну, нас на совещании обязательно аппаратных нарадах у замгубернатора профилирующего, всегда на нарадах был, утренних аппаратных, был обязательно присутствовал представник ДАБИ. Це ви говорите за період каденції Світличної? Обязательно. То есть профилирующий зам, кто бы ни был, обязательно. Какие вопросы? Мы их обсуждали.
мы выходили с этого положения, какие там документы надо довести, какие доделки надо доделать. Когда выезжали инспектора, делали зауважения, эти все зауважения. И все шло так, как оно должно было идти. А вот пошел разрыв, абсолютный разрыв вот в коммуникации между обладминистрацией и ДАБИ. Из-за этого, я думаю, тоже один из тех проблемных, почему это не здається в експлуатацію. Немає сильного лобіста, виходить так. Сказали ви, що впродовж року змінилося 7 керівників, 7 чи 8 керівників департаменту. Ну, яку дасте в контексті цієї інформації взагалі оцінку кадрової політики, яка відбувається в обласній державній адміністрації? Чи якщо 7, то людина, що там місяць-півтора працювала, вона, напевно, не... Нікотори по 10 днів. Навіть так. І як це можливо, знаєте, взагалі? Чия це відповідальність? Чому так призначаються такі керівники, які за 10 днів звільняються з посади? Ви ж знаєте, от цей от закон був о том, що без конкурсу должны були на період карантину. Да, на період карантину. Це перше. Я, будучи заступником, ну, мене там ніхто не бачив, допустим, в команді, і я себе не бачив. Но все равно кому-то надо было работать и это все на себе тянуть. Вот. То, что керевники назначались и уходили, ну, давайте так. Абсолютный непрофессионализм по подбору кадров. Почему? Потому что, ну, не может, скажем так, человек с образованием общепита быть руководителем департамента по капитальному строительству. А у нас так получилось, что даже на данный момент ТВО выполняющий обязанности с образованием общепита. Какие-то преследовали, скорее всего, личные характеристики были даны людям, которые очолевал наш департамент. Я сейчас, ну, это не секрет, все знают, что я сужусь с департаментом по восстановлению своей должности. Поэтому, ну, вам скажу так, на данный момент радует то, что вот вернулся, сейчас он проходит конкурс Сергей Жуков, и это светлое пятно на фоне того, что происходит. Это профессионал, который работал еще при Юлии Светличной, она его назначала, и это он абсолютный профессионал своей работы. Я думаю, может быть, это уже, ну, скажется, положительно скажется на работе нашего департамента и в целом областной администрации. Повертаючись до проекту «Велике будівництво», що буде з цими об'єктами? 11 об'єктів не здані в експлуатацію. Що далі з ними буде? Яка перспектива? Знаєте, я вам боюсь... В якому стані ці будівлі? Якщо вони стоять, ну, ця школа Близнюківська, рік, а може вже і більше стоїть, не експлуатується, це що там, немає опалення? Як це впливає на стан приміщення? На стан впливає, то, ну, не дуже хорошо, скажімо так, щоб не сказати хуже. Там, що хорошо в Близнюківській школі, там віддільна котельня построєна, індивідуальна, которую они обогревают, она передана им на баланс, и они имеют право отапливать это помещение, что спасает этот садик от разрушения. Что по остальным объектам будет? Ну, скажем, ну, я думаю, что на местах люди тоже понимают, что вот нельзя просто взять и то, что было создано за большие государственные деньги, вот так вот просто взять. И я думаю, сейчас, если в ближайшее время по дамбе разрешится ситуация, ну, наверное, начнут сдавать их в эксплуатацию. Потому что, ну, кроме того, что с ними будет, они нужны людям. Так. В первую очередь. Ну, спорткомплексы там в Краснокуте, они этого спорткомплекса ждут уже, там, я не знаю, 100 лет без малого. И он построен, он готов. Дирачи готов. Там садик ждут. Школы ждут, Пархомовки школа, шикарная школа, великолепная. Я же говорю, что мы тогда, когда разрабатывали эти проекты, индивидуально по каждому проекту подходили, чтобы людям, детям было весело, красивые разноцветные фасады, внутри расписные коридоры, то есть везде пытались внести в сметную стоимость интерактивные доски. Там. То есть, ну, максимальный подход был по энергосбережению. Там у них, скажем так, вот, если они тратили, там, я не знаю, 1 000 000 гривен там, на отопление, то они сейчас тратят 200-300 тысяч. Это очень шикарные проекты были.
Їх треба здати в експлуатацію. Вони потрібні людям, в першу чергу. Як оцінюєте плани з будівництва в області у 2021 році? Щось вам вже відомо про ці плани? Наскільки там об'єкти, які внесені, на якому етапі, чи є там, закидали ви, проте, впродовж всього цього великого проєкту реалізації великого будівництва, закидали владі те, що от внесли до цього проєкту об'єкти, які були майже зведені. І багато хто із журналістів, експертів закидав, що велике будівництво – це з фундаменту будівництво, це з проєктування. Це велике фінансування, це велике навантаження, робота, підготовка. І закидали, що варто було б назвати великим будівництвом такі об'єкти з нуля побудовані, а це такі прибудови. Що вам відомо про плани на 2021 рік? Чи внесені туди якісь об'єкти, які дійсно будуть з фундаменту зводитися? Ну, знаю о тому, що там були внесені ще дополнительно ФОКи. То есть, скорее всего, что будет строиться физкультурно-оздоровительный комплекс в Чугуеве. Вот он внесен в эту программу. Будет достраиваться Новопокровский ФОК тоже в Чугуевском районе. Все-таки идется снова про добудову. Но фактически его начинали с нуля в прошлом году. То есть вот тут нельзя кривить душой. Он у нас готовился, он проектировался, но он фактически с нуля в том году и начинался. Харківський обласний онкоцентр, про який... Який за попередніми планами, коли закладалося проєктування, будівництво, планувалося, що перша черга ось цього року, 21-го, вже має бути здана? Цього не відбулося? Чи є якісь перспективи цього об'єкту? Смотрите, да, начало – це дітище Світличної, реально, це її дітище, вона цим жила, вона створювала кучу робочих груп, сама лично включалась в каждой подробности, потому что приглашали специалистов, вплоть до иностранных специалистов, которые так или иначе нам советовали и по оборудованию, и помогали нам медичное задание прописывать, и помогали расположение. Он же там первично должен был вообще располагаться на территории областной больницы, потом мы просто разложили, и он у нас там просто не полез. Поэтому его был создан эскизный проект, и мы его перенесли в лесопарк. Был заложен камень. Действительно, все прошло. В 2018 году сделан проект, который прошел экспертизу, и был разыгран тендер. Тогда на тот момент выиграл «Жилстрой-1». И в 2019 году у нас там по планам было то, что запланировано, было там порядка 42 миллионов, я помню, сделаны все фундаменты. И... Підведення комунікації, напевно? Какие-то, да, то есть частично було виконано. І на 20-й год, ну, назовемо це так, наші хотілки були порядка 220 мільйонів. Но фактично нам було утверджено 137 мільйонів гривень. Із них, вроде, наскільки от не дасть пам'ять, 117 – це був фонд регіонального розвитку, і порядка 20 мільйонів було з обласного бюджету. Но сейчас повторюсь, из-за того, что объекты, которые недостроены были в 2019 году, эти деньги были перераспределены на объекты великого будівництва. И они достраивались фактически с денег онкоцентра. На онкоцентр в прошлом году потрачено было из 27 миллионов, которые были выделены в конечном итоге, то есть было сначала 137, осталось 27, потрачено было 22 миллиона. За это время была опять скоррегованная документация уже, непосредственно документация, та, которая позволяет нам строить этот объект уже, потому что там высоты поменялись чуть-чуть самого онкоцентра, потом поменялись кое-какие технические условия. Вот. Была скоррегованная документация, перша черга. Вот. И пришлось разрывать договор с «Жилстроем-1», потому что новые работы, новые высоты полностью, вот, чтобы выдержать всю, скажем так, законность этого всего. Новый тендер. Да, объявлен был новый тендер, который на данный момент выиграла Львовская организация. И она уже будет продолжать строительство онкоцентра. Уже не «Жилстрой» будет, а Львовская «Ром-плюс», как-то вот так вот организация называется. Вот. Что на этот год?
На этот год и в том году, то, что там господин Кучер кричал, что мы там 100 миллионов нам пообещали, они, да, действительно, эти 100 миллионов были в том году приняты на последней сессии облсовета, принята эта субвенция, но из-за того, что жилстрой проиграл тендер, мы не могли им тоже платить по предоплату, даже не могли, там еще постанова вышла, что предоплата запрещена. Вот. Мы не могли им платить. Выиграла новая организация, мы не понимали, что, ну, что будет, как. И эти 100 миллионов, но хорошо, что они переходные. То есть последние там постановы Кабмина, они их сделали переходными. Они перешли на этот год. То есть это 100 миллионов, те, которые там субвенция, которую надо принять вот на ближайшей сессии, там, насколько я помню, 11 вроде марта будет ближайшая сессия облсовета, на ней эту субвенцию примут. И плюс заложено порядка 76 или 8 миллионов еще в фонде регионального розвитку на этот год. Что за эти гроши можно будет сделать? Загальный кошторис проекту на сегодня, спочатку він був 1 700 000 000 000, за цей період от зріс понад 2 мільярди. Трохи більше 100 мільйонів. Що за ці гроші? Чи просунеться? Що запланировано, да? Що запланировано ці гроші зробити? Це должен стоять повністю весь железобетонний каркас. Тобто, це вже здання. Тобто, от здання в цьому году, от ці 170 мільйонів, плюс, я думаю, що закрити контур, це окна поставити, там, двері поставити. За ці гроші це реально зробити? Так, да, да. Там порядка 100 мільйонів каркас. Ну, в зависимости от там, каких-то моментов, ну, порядка 100 миллионов. Вот. И плюс закрыть контроль и какие-то коммуникации вести. Надо, ну, в первую очередь надо, конечно, тоже делать тепловой пункт, потому что рано или поздно, скажем так, это здание будет, и туда надо тепло дать для того, чтобы даже выполнять внутренние работы. Зміна суми проєкту з 1 700 000 000 до 2 200 000 000. Угу. Для вас вона зрозуміла? Це збільшення бюджету? Так, да, ну, зрозуміла в тому, що, во-первых, висоти помінялись, це дополнительні роботи. Що означає от для пересічного глядача, от для мене, зокрема, що значить змінилися висоти? Це етажність? Ні, це що, не про що йдеться? Коли була висота етажа, там, допустим, внутрішнього етажа, там порядка там, 2,8 метра. Коли ми почали розкладувати вже туди обладнання, комунікації, воно дуже сильно знизило потолок. Ми розуміли, що цього не можна, це буде неудобно, це некомфортно. І за цього ми... Ось ви так сказали, як підходили у 17-18 році до проєктування, як спілкувалися з громадами, як ледве не індивідуально розробляли кожний план там, з будівництва школи, для того, аби саме для цієї громади цей об'єкт був потрібний, зручний, там, цікавий. На сьогодні така робота, от, на вашу, ну, за вашу інформацію, напевно, збереглися у вас, є якісь контакти. Вот. Чи проводиться така, от, коли вносяться ці об'єкти, коли розробляється проєкт будівництва? Смотрите, в том году была еще одна большая программа, это так называемое строительство приемных отделений. Вот по Харьковской области их должно было построено быть, ну, вот были первоначальные задачи, там на 1 октября сдать их в эксплуатацию. Да? Районы лекарницы? Район, там, ну, 12 их было по области и 3 в городе было. То есть 12, ну, я могу там назвать, там, Чугуев, Изюм, Мерефа, Богодухов, Валки, ну там Балаклея, Лозовая, ну вот 12 в этом самом в Купянске, вот 12 приемных отделений. Это была программа, государственная программа, которая там были выделены деньги на эти 15 объектов. Мы начали разрабатывать, потому что эта программа начиналась где-то в марте месяца, я еще присутствовал при этом всем. Мы приглашали там проектные организации, был расписанный четкий брендбук, так называемый, что должно быть в приемном отделении, какое оборудование должно было стоять, как они должны выглядеть технологически, то есть все. Была задача поставлена всем разработать, то есть, но каждый
скажем так, район должен сам был сделать проектную документацию. И потом она должна была к нам, потому что распорядком коштов вызначен был департамент. Вот. Программа большая. Опять-таки, вот пока там мы это все организовали, делали все, оно шло. Оно запустилось там, для того, чтобы тендерные процедуры быстро, мы там какие-то деньги хотя бы для того, чтобы было бюджетное призначение, чтобы можно было тендер объявить, потому что нету бюджетного призначения, мы даже тендер не можем объявить. Вот это все. Но потом взялись руководить опять общепитовцы, назовем их так. Вот. И ну, на данный момент из 12 приемных отделений, ну, они все в таком вот полуразваленном состоянии. И по программе, уже программы этой вот государственной ее нету, а их достраивать надо. И вот сейчас на сессии ближайшей опять будут понимать, на какие объекты будем выделять для того, чтобы достроить эти приемные отделения. Потому что они, ну, фактически частично разрушили приемные отделения. Некоторые привели в порядок, некоторые не привели в порядок. Ну, вот тоже так называемое велике будівництво. Ну, не знаю, хватит ли, а сейчас государственных денег туда не будет больше. Це може лягти, це навантаження на місцеві бюджети? На місцеві бюджети ляжет. І поставлена задача до 1 апреля, ну, це нереально їх достроїти, я вам говорю, як є, ну, тому що, ну, я розумію, эти деньги только выделятся, в лучшем случае они там в департамент зайдут там, к 1 апреля, если они будут. Не просто, а знову так, тут складна ситуація, будемо спостерігати. Така проблема дійсно і для місцевих бюджетів, я так розумію, йдеться не тільки про обласний бюджет, а й про бюджети територіальних громад, які... Територіальні громади, з них хоча б там 10-15%, хто скільки може, від остаточної вартості проєкту. Ось таке воно велике будівництво, зокрема на Харківщині. До речі, от якщо там два слова в завершення, спілкуйтеся, Харківщина унікальна в цьому, чи в інших областях так само, чи це знаєте, яка-то тенденція, от я навіть недавно в телеграм-каналі якому-то читав, в Одеській області все один в один практично. Ну, вони пішли по найменшому супротивленню. Тобто взяли чужое, подали як своє, ну, як Кучер говорив, не головне, хто почав, головне, хто закінчив. Ну, не закінчили. Навіть не змогли закінчити, да, що було вже зроблено на 90% до них. Дякую за щиру, емоційну і цікаву розмову. Хочу подякувати нашим глядачам за увагу. Нагадати, що це була точка зору Володимира Нурчака, екс-заступника директора департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації. На все добре.